уважаемые студенты, гости и уважаемый Кентес Исабаевич. Меня зовут Диана Душнязова, и я являюсь студенткой второго курса факультета технологии и биоресурсов специальности ТППЖ. Являюсь специалистом отдела молодежной политики, организатором кружка изучения английского языка. Владею свободно английским языком, а также самостоятельно занимаюсь изучением французского и итальянского языка. На данный момент занимаюсь реализацией нового проекта движения «G-Time», созданного в поддержку международного проекта «G-Globe» и международной специализированной выставки «Экспо-2017». Ведь в 2017 году в нашем государстве пройдет очень важное и значимое событие, и мы должны принять в нем активное участие. Я хочу, чтобы все наши студенты имели огромное желание изучать иностранные языки. Я хочу поделиться с вами своим опытом, призывая вас изучать иностранные языки. Я хочу, чтобы наши студенты выдвигали наш университет на новый международный уровень. Допустим, зная иностранные языки, я уже в своем активе имею две научные работы на английском языке. Спасибо вам большое, Кентес Исабаевич, ведь именно благодаря вам в январе месяце состоялась поездка в Беларусь, делегацией которой мне посчастливилось быть. Там мы участвовали в звездном интернациональном походе, посвященном 70-летию Великой Победы. Мы представляли наш университет и нашу страну. От лица своих родителей и близких я выражаю искреннюю благодарность за предоставленную возможность побывать на белорусской земле. Ведь именно там мой дед воевал в годы Великой Отечественной войны и был удостоен ордена Александра Невского. Эта поездка вдохновила меня на проведение акции «Память поколений» «Ер Юсымор Пахтунжерюгнде», приуроченной к 70-летию Великой Победы. Цель этой акции – это стремление сохранить память и гордость для победы наших родных. Надеюсь, что 10 марта эта акция возьмет старт, и мы соберем фотоматериалы, видеослайды, подготовим праздничный концерт и на парад победы выйдем с портретами наших близких. Я рада сегодняшней предоставленной возможности, чтобы выразить вам, Кентес Исабаевич, свою благодарность за ваш огромный труд и вклад в развитие нашего университета. Благодарю за внимание.